заказал я с Алиэкспресса магнитолку Volkswagen Polo Navy Fly, модель NF-V951. Коробку уже распаковал, вот сразу видим кабели для подключения. Volkswagen-овский разъем. Вот так выглядит. Это у нас GPS-приемник, USB-шка кабель для подключения флешки или модема. Сейчас разберемся в процессе. А вот их два. Модем, походу, вот сюда. Это у нас просто флешечка. Также там есть Wi-Fi, Bluetooth. Кабели все с бирочками. Думаю, разберемся без проблем. Еще там в комплекте шла камера заднего хода. Я думал, будет встраиваемая фонарь подсветки номерного знака. Нет, пришла вот такая вот. Видно, там нет. Открою пакет, покажу. Которая крепится просто на саморезы куда-нибудь. Пока ставить не планирую. Вот, видите, кронштейн. В комплекте с кабелями, даже с инструкцией. На поле, кстати, инструкции нет. Так, ну вот сама магнитола. Кстати, вот при заказе на сайте, сейчас покажу фотку, выглядит вот так. Вот она у нас упакована. В принципе, нормально. А вот еще микрофон идет. Отдельного у нас мой. Пока не знаю, буду ставить, не буду. Может, достаточно будет штатного, встроенного. Так. Ну и все, что здесь из инструкции, это вот. Собственно говоря, магнитолу показал. Кому интересно, в комментариях спрашивайте. Ссылку скину, где заказывал. Рекламировать не буду продавца. Соответственно, что дальше? Надо демонтировать старую. Сейчас все покажу, смотрим дальше, не переключаемся. Ну вот, начинаем демонтаж старой магнитолы. С чего? Декоративную накладку надо снять. Панель вот эту пластиковую. Я отверткой решил это сделать. За выемку цепляем. Оп. Аккуратно отводим. Она на фиксаторах, сейчас увидите. Ничего страшного тут. Главное, без фанатизма, сломать не бойтесь. Вот видите, две выемки. Вот я чуть-чуть пластик поцарапал отверткой. Надо что-то помягче лучше брать. Вот. Видно, такие защелки металлические. То есть она просто на них защелкивается и все. Так, значит, рамку сняли. Дальше видно сразу 4 болта под торкс. Берем торкс, откручиваем. Ну что, магнитолу открутили, дальше она вытаскивается вообще без проблем. Вот так вот. Сейчас ракурс поменяю, покажу. Теперь нам нужно провода отсоединить. Извлекаем аккуратно, провода там достаточно длинные, да, вот видно хорошо. Антенна и два разъема. Оп. Антенну отключили. Здесь фиксатор нажали, вытащили. И еще один. Вот видим заднюю сторону. Так разъемчики выглядят. Вот он антенна. Все, старую демонтировали. Сейчас будем ставить новую. Так, вот она новая. Что интересно, на ней разъемы с другой стороны абсолютно. Видите? И я так понял, ну, кверх ногами получается. Но здесь, в принципе, ничего не перепутаете, потому что фиксаторы по-разному видно, да, вставляются. То есть один разъем с другим не перепутаем. Так, здесь смотрим разъем
сбоку, значит он у нас верхний будет. Здесь посерединке фиксатор. Значит, его мы сюда втыкаем. Клац. Неудобно, провода в другую сторону загнуты. Клац. Так, ну вот развернули камеру, чтобы получше было видно. Значит, два разъема я подключил основные. Теперь зацеплю антенну. Здесь вот хорошо, что провод поворачивается. Потому что, я говорю, китайцы что-то как-то сделали все наоборот. Оп, переходники никакие не надо. Все, вот она. Штатное место защелкнулось. Дальше, что тут у нас? GPS. Вот такой вот пимпочкой закрыто. Дабы, чтобы мы ничего не повредили. Вот видно, да? Вот она. Антенна GPS-овская. В принципе, я, наверное, подключать не буду. Просто вот, да? Показал, что вот сюда она подключается. Проверить, как работает магнитола. А там уже посмотрим, куда чего, какие провода провести. Спрятаться аккуратно. Так, вот такая вот USB-шка. Вот здесь для нее штатный разъем. Это, я так понимаю, для модема. А что я ее подключил, спрашивается. Оп. Ну, показал опять же. Для модема мы пока не будем подключать. А вот здесь у нас обычная USB. Флешку там или телефон вводится в бардачок. Ее оставлю сейчас на флешке, проверю. Микрофон дополнительный. Микрофон дополнительный аж вот так вот выведен. Вот видим, да? Тоже пока вот цеплять не буду. Проверим штатный. Так, и ну вот этот разъемчик здесь подписано. Есть и парктроники, и сабвуфер, аукс, выход какой-то. Тоже пока его подключать не буду. У меня регистратор стоит, тоже китайский. Вот потом его попробую подключу. Сниму отдельное видео. Ну то есть вот подключение пока. Два разъема, антенна. USB-шка. Сейчас будем пробовать включать магнитолу, проверять ее работоспособность. Так. Опачки. Опачки. Повесим ее аккуратно. Примерно как-то так. Сразу нам экран вот такой вот информационный. Топливо, зажигание выключено, кстати. Так, зажигание включил. Оп, сразу показал уровень топлива, температуру снаружи 16,5. Представляете, это у меня в гараже, гараж никак не прогреется. Аккумулятор, ремень, багажник. Багажник у нас открыт. Ручник, вода. Судя по всему, температура, пробег, скорость, показания тахометра. Включилось это, ладно. Так. Это у нас радио. Опачки. Работает. Сейчас будем копаться в настройках, вроде работает. Что тут у нас? Режим многозадачности. Ну, сейчас покопаемся, буду снимать дальше, чтобы время не тратить. Немного в настройках покопался, тут уже телефон по Bluetooth подключил, попробовал позвонить жене. Как бы все огонь. Нормально, микрофон штатный работает.
А вот здесь вот сама открылась сразу же инструкция. О, Ядрит Мадрид на английском. Ну ладно, хоть такая. Показано тут, как эквалайзером пользоваться. Настройки дисплея, логотип. Ну видите, я заказывал, продавцу сразу писал, что у меня Volkswagen, какая машина, год. Так что у меня заставка сразу фальцовая включилась. Ничего себе. Как на планшете. Блин, андроидом не пользовался 1000 лет. Дисплей как-то тупит. О, закрылось все. Понятно. Ну вот как-то так. Сейчас флешечку отключим. Флешку воткнул, что-то никаких движений. О. Ничего себе. Даже с обложкой альбома. Норм. Так, музыка играет, значит. Ничего, будем протягивать провода. Все это дело закрывать панелью. Как было, чтобы было все красиво. Ну а дальше, что там уже в комментариях напишу, как по использованию и так далее. Ну, как я говорил, отдельное видео там сниму, когда буду регистратор подключать. Сейчас времени на это нету и желания. Так, ну для удобства протяжки проводов антенна GPS и провод на модем я сейчас тоже протяну. Решил бардачок снять. И потом, наверное, вот GPS-овскую антенну под стекло там наклею. Ну, а модем, не знаю, посмотрим. Скорее всего, тоже, чтобы можно было рядом цеплять, чтобы нормально сигнал ловило. В общем, сейчас решу в процессе. В общем, снимаю бардачок тут. Раз, два, три самореза сверху. И там внутри еще два. Ну вот, бардачок демонтировали полностью, там еще видели, да, снизу два саморезика надо открутить. И вот здесь боковую вкладку снимаем, она на фиксаторах, аккуратно ее просто отщелкиваем. Здесь такой там специфический фиксатор, вот, тоже аккуратно снимаете, вот он. Ну а дальше тут провода тянем, кому как удобно. Вот, я сейчас, в принципе, протяну, чтобы видео не затягивать, покажу, куда положу. В общем, решил датчик GPS вот там вот посередине клеить, прям как под него место. Он на двухстороннем скотче. Провод вот там под стеклом спрятать. И вот здесь протянуть. Поэтому еще вот эту вот панельку надо снять на стойке. Ну тут вообще проблем нет. А, на трех фиксаторах там держится. А вот вставлять ее не очень удобно. Видите, все легко. Вот так обнимаем. Потом потихоньку на себя вытаскиваем. Все готово, сняли. Ну вот, ребят, все я подключил, как и говорил, кроме микрофона и вот разъема для подключения камер, парктроников, сабвуферов и прочей штуки. Как я и сказал, антенну GPS вот я посреди лобового там решил разместить. Протянул, получается. Вот он, видно, да, провод. За бардачком возле стоечки и там под стеклом бросил. Вот. А USB-шки, ну то есть там для подключения флешки и для модема, решил все-таки вывести на водительскую сторону. Там вот видно в технологическое отверстие их продел, ничего не снимал и вывел вот тут вот возле блока предохранителей. Их поймал и наверх к рулевой колонке. То есть вот так получается, сейчас они у меня тут болтаются. Ну потому что не придумал куда пока что. Решение временное. Потом если что надумаю, то получается, когда видеорегистратор буду подключать, переподключу я эти провода. Ну а дальше что? Смотрите обзор по работе этой магнитолы. Отдельным видео сделаю. Ну
и потом в дальнейшем уже подключение видеорегистратора к ней. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будут еще и видосы. Спасибо за внимание, удачи на дорогах, всем пока!